Ну что ж, ребята, вот у меня такое видео. То есть там Чара против Торель и Метатон XX против Бетти, да. Метатон уже бессмертный, как вы видите. Да, ребята, кстати, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И был второй раунд у Торель. Дали ей второй шанс. Но Бетти не дали, потому что она наговорила много зла. И вот бессмертного Метатона она проиграла Бетти. Ну что ж, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока-пока. Извините, ребята, я сейчас остановил видео.